Наталья, здравствуйте. Мы с магазина «Эконома». Вы к нам ездите за продуктами. С утра шла на работу. Увидела, собачка лежит. То ли сбила машину, то ли что. Не поняла, что с ней. Не смогла пройти мимо. Жалко мне ее стало. Решили отвезти ветеринарку, нашу государственную ветклинику. Нашли машину, повезли. В ветклинике сказали, что они не знают, что с ней делать. Дали ваш номер телефона. Сказали, что вы нам должны помочь в этом случае. Забрала, выписали лекарства, забрала я их себе домой, накололи лекарствами. И вот позвонили вам. Просто не знаем, что в этих случаях делать. У нее задние ноги не ходят. И скулит она от боли ужасно. Позвонили вам. Просто как усыплять собаку или что с ней делать, я не знаю. Я с таким еще ни разу не сталкивалась. Поэтому как-то мне страшно такую собачку себя держать. Что с ней произойдет дальше, я не знаю. И сказали, что вы можете помочь. Вот мы вам и написали, чтобы вы помогли. Девочки, доброго дня. Простите, я только проснулась, просто очень поздно приехала. Пью кофе и еду к вам. Усыпить животное проще простого. Понимаете, что мы как бы не боги, да, чтобы принимать такое решение, усыпить собаку или не усыпить. Сначала я сейчас приеду, я ее осмотрю, конечно, в первую очередь, а тогда уже я буду принимать решение. Но опять не я буду принимать решение, а завтра мы повезем ее в клинику, город Рязань. Есть у нас очень хорошая клиника, и тогда уже будем по факту разбираться. Спасибо вам огромное, что не прошли мимо. Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники. Ролик отчаяния, безысходности. Ролик о новых жертвах автотравм. Новая собачка Вера и котенок Лорд. Вы все увидите сами в данном ролике, услышите. Девочка шла утром на работу в магазин «Эконом» и увидела лежащую собачку, и она выла, плакала. И Светлана поняла, что собаку сбила машина. Они вызвали такси, взяли такси и отвезли собачку на станцию ветеринарной помощи. Но, к сожалению, там помочь в такой ситуации никто не мог. Единственное, что ей сказали, что вы можете связаться с волонтером Натальей. Вот она именно занимается такими собаками. И, соответственно, люди первый раз в такой ситуации с такими собаками и решили позвонить мне. Мы купили лекарство, осмотрели Веру. На фоне того, что ее сбили, у нее, наверное, была еще сильнейшая черепно-мозговая травма, потому что был сильнейший тремор головы. Вот. У Верочки, я так предполагаю, есть внутреннее кровотечение, потому что в моче присутствует кровь. Сегодня мы экстренно едем в клинику. И уже на все Господь. Котенок назвали Лорд. Котенка, к сожалению, 3 дня не было. Мы думали, уже что-то случилось, но вчера он появился, прям буквально после осмотра Веры. И я поехала и забрала тоже котенка и назвала его Лорд. В общем, моя такая большая семья. Я спасаю. Сейчас у нас в клинике 5 пациентов. Это Белка, Гриша, Плюша, Луна и кот Феликс. У Луны завтра назначена операция, которая обойдется нам в 60 тысяч. Мы еще не делали ролик о сборе собак на передержке инвалидов. Сегодня буквально Наталья мне написала, что уже 12 число, пора оплачивать собак. А у нас нет совсем финансовых средств. Я вам сейчас говорю серьезно, потому что
Потому что последние 5 роликов были заблокированы YouTube-каналом. Но это будет в отдельном ролике, что происходит сейчас у нас. Сейчас не об этом. Сейчас именно о том, что я уже, когда мне звонят, я не могу оставить животное в такой ситуации. Если мне позвонили, попросили помощи, значит, моя душа, она уже мысленно соприкоснулась с этим животным, и она спешит на помощь. Поэтому я не могла остаться в стороне, и я забрала обоих животных, и мы едем в клинику города Рязани. Я понимаю, может, кто-то скажет, что уже все. Но мы спасаем, если мы спасаем, значит, мы спасаем и идем до конца. Не в зависимости, насколько нам тяжело. Новая боль Веры и новая боль Лорда. Именно сейчас, привезя их в стационар, на стационаре у меня будет 7 животных. 7. Это большие финансовые затраты. Плюс у нас приют 100 собак. Операция Луны 60 тысяч. Неоплаченные собаки-инвалиды 50 тысяч. Моя такая большая дружная семья. Сегодня впервые за все время я в отчаянии. На карте осталось ровно 10 тысяч. Сегодня впервые у меня боль души, боль отчаяния. И я сегодня не спала всю ночь. Просто от слова совсем. Потому что мы не знаем, как дальше нам жить, выживать и как дальше спасать. И есть ли смысл от нашего спасения? Иногда я смотрю и говорю, что да, есть. Мы спасли с вами невинные эти души, которые потом с благодарностью смотрят нам в глаза. Ведь их глаза – это зеркало души. Они говорят нам все. Они говорят нам спасибо. Они говорят нам огромное спасибо за ту помощь, какую мы им оказываем. Мы их спасаем. У них и так короткая жизнь. А я дальше не знаю, как быть. Я дальше просто не знаю, как быть, как развивать канал и что нам делать дальше. Спасать или не спасать? Вот в чем вопрос. Потому что это действительно финансово очень дорого. Не то, что это дорого, а то, что с таким потоком и с таким количеством животных, да, это дорого. Но у меня приют 100 собак, которые тоже хотят кушать каждый день. У нас инвалиды. Ой, у нас столько всего, что я не знаю, куда двигаться дальше и как быть дальше. Я очень прошу вас каждого. Я всегда обращаюсь к вам с этим. Пишите комментарии, просмотры, лайки. Это все помощь для YouTube-канала. К сожалению, в последнее время нам слишком тяжело. Делитесь роликами в соцсетях. Пишите комментарии, лайкайте. Потому что иногда я питаюсь вашими комментариями. Я читаю каждого. Я серьезно говорю, иногда ночами я захожу. Я не могу ответить каждому, но я читаю вас. И душой я всегда с вами. Ваши искренние пожелания — это для меня как большая каменная стена, за которую я чувствую себя как в крепости. Потому что вы моя семья, и вы моя большая поддержка. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.